Блин, жалко, в поезде бара нету, то я сейчас как... Нахреначился бы, да? Ну, конечно, что ты еще можешь? Ну, вообще-то я много чего. Ха, много чего? Ну, и что же, например? Ну, я умею тараканов разводить под плинтусом. Да уж, это точно. У тебя это очень хорошо выходит. Сейчас, походу, еще одна остановка будет. Опять кто-нибудь зайдет, и будет жесть как шумно, там бла-бла-бла. Слушай, погнали тогда в магаз какой-нибудь, купим бухлишко. Че? Ты серьезно? Ну да, а что такого? Да ты отбитый просто. Ага, есть такое. Ну вот сейчас сюда придут какие-нибудь идиоты. Ну, короче, пошли тогда. Что? Да не, нахрен оно тебе сдалось? Сдалось. Вот ты придурок. Ну ладно, пошли. Да погоди ты, блядь. А, кончик, блядь, нелегальный. Я чуть как полуокер не разбил. Шевелись давай, а. Шевелись, это иду я. Фух, тут холодно, конечно. Блин, здесь даже 4G не ловит интернет. Да даже, блин, 3G не ловит. Что за фигня вообще, а? А что ты хотел? Мы в какой-то деревне вообще сраный. Короче, ладно, пошли найдем твой этот магазин и давай уже в вагон. Холодно. Давай. Сейчас погоди, посмотрим. Фонарик включу. Давай. Темно, как в жопе у негра. Да вообще, капец, никого главное еще нет. Это че? Не знаю, может отель какой-нибудь. Кевин, ну куда мы приперлись? Где? Вот что тут может быть похожее на магазин? Ну, я не знаю, вот смотри, какой-то маленький то ли домик, то ли сарай. Пойдем посмотрим. Ой, давай, это точно магазин. Ну давай посмотрим. Давай. Давай, открывай. Опа. Да, конечно, это магазин, правда. Ну, ну да, Кевин. Что-то больше похоже на какой-то заброшенный сарай, серьезно. Смотри, это что там? Это продукты? Реально продукты стоят. Может, он закрыт магазин? Ну двери бы закрылись. Стой, я знаю, что. Смотри, тут есть такая. Опа, может кто-то придет? Попробуй еще раз. Окей. Ну слушай, окей, странно. Тут потеплее хоть. И это как сейчас поезд просто уйдет, нам надо быстрее закупаться, ждать еще. Давай подождем продавца. Давай. Что-то его нету и нету. Никого нет. Что за фигня-то? Может, они закрылись и. Может, давай пойдем посмотрим снаружи, что там вообще. Давай, и может, продавец вышел. Чувак, тут жестко холодно. Да, конечно, ну, очень холодно, но. Пойдем, может, непонятно, лес какой-то. Не-не-не, да, давай обратно в магазин, если никого нет, то все, уходим, уходим, давай. Да, давай, давай. 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 Эй, извините, здесь есть кто-нибудь? Позвони, позвони. Окей. Вот звоночек этот. Прям, знаешь, прям звоночек громче моего голоса. Стой, ты слышишь? Твою мать! Черт, давай! Бежим! Что с дверью? Твою мать! Открывай, открывай! Ты мёрзла, что ли? Давай! Чёрт, чувак, она не поддается. Погоди, твою погоди, мать. Да, отойди, дай я её выбью! Давай, давай, выбивай быстрее, ну! Ура, получилось, давай! Как, нормально? Вставай, давай, вставай. Бежим быстрее, пошли. Быстрее, быстрее! Беги, ну! Да погоди, чёрт! Твою чувак. Мать, поезд! Твою налево, а! Чувак, вот нахрен мы пошли в твой сраный магазин, а? Даванте, с кем не бывает-то, а? Блядь. Ты хоть здесь-то можешь вести себя адекватно и культурно? Нет, Кевин, конечно, ты не... Господи. Чё, дала? У нас уехал только что поезд, мы платили за этот купе, за этот чёртов... Ну я ж говорю, ну с кем не бывает, ну ты чё, а? Да ни с кем не бывает, понимаешь? Нет, Кевин... Расслабься, братан, ты чё? Чё, ты понимаешь... Мы на какой-то неизвестной станции, тут даже не написано, как название станции. Там какой-то магазин бомжатский. Мы, хрен, мы, лес, это лес, понимаешь? Ну да, ты прав, в принципе. Ну я не знаю, что делать, но... Я-то не виноват, что ты меня постоянно винишь, скажи мне. Ага, то есть моя идея была переться в эту стужу в магазин за бухлом. Ну да, короче, пофиг, очередь. Чувак, нам... Либо ждать следующий поезд, либо вызвать подмогу. Телефон у тебя? Да, у меня. Посмотри, сколько времени. Здесь на самом деле все очень плохо. Связи вообще нет. Идеально, все, круто. Ну, и да. Что мы будем делать? Да ничего мы не будем делать. Только морозить свои жопы.
Ладно, чувак, пошли пока в магазин, потому что холодно стало. Что-то... Ну, если его не закрыли после нас, конечно же. Ага, хотя вот, двери открыты, отлично. Конечно, давай, Кевин, заходи, закрываем. Все. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Ну, что делать будем? А, ну, давай сначала разберемся. Я тут вижу лампочку какую-то, тут как-то... Опа, во, опа, смотри. Светлее стало, слушай. Ну, вот так, в принципе, уютно, да? Мне нравится. А тебе? Ты веселый, жесть, прям. Просрали только что... Короче. Да ладно тебе, ну, Джей, ну, давай искать везде плюсы. Чё ты такой негативный? Плюсов здесь нет. В том, что уехал наш поезд, их вообще нету. Короче, ну, ладно, да. Чувак, смотри. Это какой-то магазин, воровать мы, конечно же, не будем. Смотри, сколько продовольствия. И, да, ну, да, тут куча бухла, его не бери, понял? Может быть, хотя бы чуть-чуть? Если ты возьмешь хоть чуть-чуть, я тебя выкину на улицу и не пущу. Ай, блин, вот снова ты за свою, а? Короче, смотри. Я предлагаю вот что. Посидеть погреться, а мы же услышим, когда новый поезд приедет. Или хозяин магазина зайдет. Хотя мы будем тут как бомжи сидеть, но... Окей, мы, в принципе, похожи на бомжей. Ладно, особенно ты. Я-то при чем здесь? Стой, смотри, это что там? Это... Книга какая? Слушай, ну-ка, меня... Да как... Слушай, я что-то отсюда не вижу. Слушай, я, конечно, не знаю, хорошо ли это заходить за прилавок, но... Да ладно тебе, господи, никто не видит. Давай, я посмотрю. Ну, давай. Так, а это прилавок у нас. Ага, ну я пошел. Ты смотри на сторожа, будь. Окей. Так, 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 так. Господи, какая старая книга. Ладно, давай почитаем. А, я не особо понимаю этот почерк, но вроде бы здесь написано... Лучше убирайтесь отсюда. А я читать что-то как-то разучился, видимо, правда, никто не знает. Ты можешь внятнее читать с самого начала? Внятно. Ну хорошо, все. Лучше убирайтесь отсюда, правда, никто не знает. Блин, не могу понять, что написано. Куда идти? Ну, убирайтесь. Берите все, что хотите из этого магазина. Вам это будет нужнее. Ты что-нибудь понял, скажи мне, Джей? В смысле? Убираться из магазина? Типа, вам нужно что-то... Да, ну, перечитай, вот смотри. Пожалуйста, еще раз, я ни хрена не понял. Лучше убирайтесь отсюда, правда, никто не знает, куда идти. Но убирайтесь, берите все, что хотите из этого магазина, вам это будет нужнее. О, конечно, чувак. Может, ладно, с твоей интонацией я хоть что-то понял, смотри. Угу. А, нам сказали, типа, лучше убираться отсюда, но это само собой, я не хочу здесь находиться. Но, в смысле, да, берите все, что вам нужно и идите. Типа... Ну, да, да, да. Нет, бухло ты брать я не предлагаю будешь. Взять бухло, давай бухло. Ну давай, ну чуть-чуть. Ну, ты голодный? Можешь взять что-нибудь покушать, а вот тут... Нет, чувак, брать я отсюда точно ничего не буду. Смотри, зеленые бутылочки, они нам пригодятся, более чем уверен. Да. Ну блин, а... Ну Джей, ну открой! Ну ладно, хорошо, это была плохая шутка, ну пусти меня, ну тут холодно, бррр. Ну пожалуйста, ну Джейкоб. Ну сколько тебе раз говорить, ну... Ничего не знаю. Ну Джейкоб, ну открой, ну холодно, ну тебе меня не жалко совсем, что ли, если я заболею? Пожалуйста, Джейкоб. Заходи, задолбал. Спасибо, дружбан, я знал, что ты хороший человек, ага. Окей, смотри. Ну все, это не шутки, чувак. Нам говорят убираться в какой-то чертовой старой книге. Что это за хрень? Это уже не смешно, мне на нервы действует. Мне... Знаешь, что действует на нервы? То, что ты вот смотришь на вот эти бутылочки. Просто поклянись, что ты не будешь их брать. Просто не будешь. Ладно, хорошо, я клянусь. Всё. Хоть раз я не буду пить. Все, окей, отлично. Стой, вот в книге написано, типа, убирайтесь отсюда, ну... Вот, ну, уберемся мы отсюда. Я сам здесь не рад находиться. Кстати, проверь, что в этом шкафчике. Но... Что? Зачем? Зачем нам отсюда уходить? Вот. Чё там? Швейцарский какой-то нож, что ли? Я не знаю, не особо разбираюсь в этих ножах. Но, если не ошибаюсь, таким ножом открывают, ну, какие-то бутылки, что ли. Консервы им открывают. Стоп, да, там только он лежал? Ну, да, вроде бы, я посмотрел везде, давай еще раз гляну. Да, вроде бы. Смотри, тут много консервов, и, в принципе, если в книге сказано, что бери, что хочешь, то... Ну, нам, в принципе, пригодится, я думаю, давай возьмем. Стоп, что за бред мы несем? Мы же ждем поезда, а не собирались, не собираемся выживать в этом лесу. Ну да. Не, ну, слушай, стоп, может, придет через день-два. День-два, чувак, ну, возможно, я не знаю. Слушай, давай посмотрим, что находится вообще на улице. Там какой-то отель был.
Может, там есть люди, давай постучимся, может, у них помощь. Чё мы как дикари? Ну да, ты прав. Выключи давай лампу, посмотрим. Я пойду тогда на улицу. Ага. Ага. Так. Давай, идешь? Да, иду, пойдем. Я тогда дверь пока закрою, чтобы там хотя бы потеплее было. Давай, пойдем. Кстати, заметил, что когда мы зашли туда первый раз, там так прохладновато было немножко. Угу. Смотри, это вот что я заметил, да, это как на том окне, так и на этих. Тут все шторы занавешены. Может, люди не любят, когда кто-то смотрит в окна? И вообще, кто может ночью смотреть в окна? Сам не знаю. Ну да, ты прав. Слушай, как бы тут балкончики, как бы, думаю, будет не очень цивилизованно подойти, постучать. Это может испугать даже людей. Ну, я не знаю, какие варианты у нас еще есть. Я думаю, здесь есть где-нибудь вход какой-нибудь. Но тут это 100%. Даже не горит свет, понимаешь? Может, горит, но мы за шторами не видим. Ну да, в принципе, ты прав. Смотри. Ну, не факт же. Опа. Слушай, по-моему, здесь никого нет, раз тут вход вот так завален. Ну да, здесь, видимо, давно не чистили. Да вообще, я не уверен, что дверь в ту сторону открывается. По-моему, она вообще заклинила. И вообще, знаешь, что самое странное? Какого черта заклинила дверь, когда поезд у нас ушел? Кстати, да, я так это и не понял. Черт, чувак, я не знаю. Может, мы невезущие? Ну, бывает такое, слушай. Блин, как много вопросов и нет ответов. Да. Чувак, ну то, что мы... Что? Ты слышал? Да, я, конечно, знаю, что в лесу ходят различные зверушки, но какое животное будет издавать такой звук? Чувак, ты, видимо, все клетки мозга отбухал. Пошли, брат. Валь, быстрее. Чувак, мне это не нравится. Это какой-то... Не, по-моему... А вдруг это продавец, и мы не сможем забрать бухло? Ты заткнись, ладно, давай. Пошли быстрее. Давай, бежим. Блин, а сугробы, как ты так быстро бежишь? Вот мне неудобно. Слушай, я не пробухал свою голову. Нет, чувак. Да хватит тебе уже. Тут какая-то странная хрень. Это все неспроста просто, понимаешь? Да. Ой, извини, фонарик. Не трать батарей. Вот, правильно, молодец. Давай, что будем делать? Я не знаю, на самом деле. Не, чувак, это... Блин. Давай забудем этот звук. Ну, мало ли, животное какое-то издало. Ну, птица, какая птица. Да, животное. Угу. Знаешь что? Такие звуки только каких-нибудь, я не знаю, там, последний звонок и тому подобное. Ты имел в виду хоррор-фильмы? Ну да, я забыл, как они называются. Не, чувак, все, давай отбросим эти мысли. Все. Ну, ладно, хорошо. Честно... У нас есть вино, пойдем. Ну ладно, все, я понял. Вообще, чертовски устал, так что это... Все, я спать, ага. Слушай, я как бы привык засыпать, ну, с бутылочкой хорошего такого итальянского вина. Ты заткнись, бери свою сраную бутылку, иди с ней в обнимку спи. Всё, спасибо. От меня отстань, все, давай. Угу. Да. Спокойной ночи. Тебе тоже. Джейка, подкрой! Кевин? Че, придурок, что ли? Открой, говорю, на улице холодно! Ты куда пошел, ты придурок? Че там делаешь-то, а? А? Что? Кевин? Открой, Джейкоб! Че за херня? Джейков, подкрывай! Ну же, быстрей! Твою мать! Это был всего лишь сон.
Еще пиво. Эй, Кевин, вставай. Вставай, придурок. Пьянь подзаборная, вставай, у тебя 5 минут есть. Куда мы торопимся? Моя бутылка, она пустая. Так, а сколько времени? У тебя телефон, так. Не у меня, я свой забыл в поезде. Короче, мне какая-то хрень снилась. 18:03. Ой, башка болит, подожди. Ой, бля, понятно. Сколько времени? 18:03. Чувак, мы чё, до 6 проспали? Это ж как надо устать тогда? Я не знаю, вот я буду у кого слышал. Да всё, мне всё хорошо. Окей, хорошо. Так, погоди. Чё-то темно тут, я лампу включу. Смотри, мне, короче, какая-то хрень снилась сегодня. Типа я такой проснулся, да, кто-то в дверь стучит. Ты, короче, лежишь, спишь, и твоим голосом зовёшь, короче, меня. Я дверь открываю, и на этом сон прекращается. Так что, подожди. Ты точно не в работалку с этой полки? Нет, я же не ты. Короче, чувак, блин, слушай, походу мы не проснулись, потому что поезда, если бы проехали, мы услышали по-любому. Ну, знаешь, учитывая, что я бахнул великолепное вино, мне кажется, я бы не проснулся. Ой, все, заткнись, про вино тоже. Иди сюда. Да, ну что опять? Думаю, нам надо проведать обстановку, потому что не знаю, что нас ждет. Слушай, я думаю, все-таки, раз написано в книге, что можно взять что угодно, то думаю, давай возьмем парочку консервов. Да, я бы не отказался от перекуса небольшого. Что будешь брать? Подумаешь? Я, пожалуй, возьму вяленое мясо с той полки. Отлично. Не, я тушеночку. Окей. Тушенку, ладно. Окей. Надо все нам взять, понимаешь? Все, чтобы нам хватило. Давай. Я люблю вот свинину, давай возьму. Вот еще давай все. Давай томатную пасту. Все равно здесь это не пригодится. Возьмем это. Стой. Ты главное, чтобы у тебя уместилось все. Ладно. Окей, думаю, пока что это... В руках унесу. Хорошо, только без спиртного, понял? Ну, бутылочку хотя бы. Нет, чувак. Ладно, возьми бутылочку. Мы выдвигаемся. Есть. Ну ты где там? Давай, выходи. Пойдем, ну. Куда пойдем? Надо сначала разобраться, куда идти. Вот смотри, пойдем мы налево, там лес. Впереди этот отель какой-то недостроенный. Я думаю, сейчас надо вообще смотреть, что да где. Думаю, давай сначала к станции пойдем, что ли? Да, я согласен с тобой. Пойдем. Я бы не сказал, что ты трезвый, как стеклышко. Ну ладно, пошли. Ну, знаешь, это лучше, чем ничего, наверное. Не знаю. Давай посмотрим, что интересного на платформе у нас. Слушай, орешки будешь? Нет. Я там в магазине орешки нашел. Вообще вкуснятина. Хорошо, хорошо. Смотри, я вижу вот так рельсы, шпалы. Смотри, вчера здесь лежал гравий. То есть он сейчас там лежит, но он заснеженный. Это значит, что поезда здесь вообще не ходили. Ты думаешь? Ну, да, потому что когда поезд идет, то весь снег как бы ветром уносит, не? Логично? Ну, может быть. Не, будешь орешки точно, нет? Нет, не буду. Потом. Ладно, окей. Короче. А потом уже не будет, ну ладно. Значит, поезда здесь не ходят, это факт, да, я так понимаю? Не знаю я, что ты у меня спрашиваешь тех вещей, которые я не знаю. Короче, я думаю, нам надо... У тебя это, на айфоне есть же приложение Компас? И вообще, сколько там зарядки, посмотри. Зарядки у меня осталось 32%, а по поводу Компаса есть, а зачем он тебе? Нам придется посмотреть, какое направление вон там вот. Так, если солнце у нас слева... Заходит... Подожди. У нас в компасе стрелка показывает вот туда. Окей, это север, если что. Так вот, смотри, если солнце слева, то если мы пойдем туда, солнце должно быть справа, по идее. И мы вернемся обратно, окей.
Слушай, может реально сходить посмотреть, что там дальше в этом лесу? Может, там избушка какая-нибудь стоит на курьих ножках? Хуйню несут. Ну, как-то не особо я хочу, знаешь. А что нам еще делать? У нас выбора нет. Ну, хотя, да, ты прав. Ну, ладно, пойдем. Давай, пошли. Только аккуратно. О, слушай, слушай. А может, ты пойдешь, и я останусь здесь? Ага, сопьешься. Нет, ты идешь со мной, все, понял? Просто здесь никого, там столько бутылок вина, ну... Блин, а... Чё? Ну почему я опять должен идти за тобой? Потому что ты бухой в говно, и упадешь куда-нибудь и замерзнешь. Неправда! Ладно, иди давай, фу, иди. Фу, изо рта воняет. Это не вонь, это запах вина. Угу. Это запах ты желудка говно ешь по утрам, блин. Слушай, ну когда мы уже придем? Слушай, а давай сделаем привал. Лучше иди за мной. Чувак, если мы сделаем тут привал, то мы замерзнем к чертям. Тем более у нас нет инструментов всяких для. У меня есть вино. Что у тебя есть? Вино. Консервы у меня есть. Пойдем. Ну пойдем. Ну, я не знаю, блин, чувак, мы идем на север. О! Смотри. Наконец-то! Слушай, а. Чё? Ну, это дома. Это хорошо. Но где люди? Слушай, может в этих домах есть люди? Давай посмотрим. Давай. Давай с этого начнем. Давай постучимся и попросимся, не знаю, что ли. Ну давай, давай. Стоп, окна. Смотри, окна тоже занавешены, как и везде. Чё-то это как-то подозрительно. Да. Ну, давай стучи. Нет, давай ты стучи. Давай на суефа. Ладно, сам постучу, отойди. Давай. Ладно, давай я скажу что-нибудь. Эй, нам нужна помощь, мы потерялись немножечко. Можно, пожалуйста, нам в дом зайти там? Просто холодно, чертовски. Думаю, эти фразы не вызывают доверия, я просто не умею с людьми разговаривать. Слушай, ну давай я еще раз постучу. О! Блин. Опа. Чувак, я просто толкнул дверь, она открылась. Ну, давай теперь ты вперед. Ничего. Ты же у нас смел, я же алкаш. Давай. Угу. Не, ну пока. Бул! Ты не пугай меня, придурок! Закрой дверь, холодно же. Ах, слушай, тут как-то странно все очень. Да чё странного? Нормально здесь, вообще круто. Так, нет. Ну, во-первых, нужно сделать вот занавесочки, мы поднимем. Тут мы тоже их поднимем. Чувак, закрой, пожалуйста, занавески, чё ты... Ай. Ну, хрен знает, потому что... Здесь кто-нибудь есть? Бу! Ладно, ты ладно. Ты уже не странно. Стоп, смотри, книга. Ну-ка, почитай, что там. Такая же хреново, да хреново тут, очень хреново. Пора валить куда-нибудь, куда не знаю, но куда-нибудь нужно. Все. А, чего? Ну, вот так. Ну и бред. Окей, ладно, пошли. Куда-нибудь валить. Куда они все идут? Из магазина шли? Я не знаю, на самом деле. Из... В том доме тоже не было людей. Ну да. Слушай, может быть, тут в этом доме вообще никого нет? Может, он заброшенный? И вообще, смотри, какие тут двери. Это что? Тут какие-то царапины. Не знаю. Честно слово. Наверное. Я даже не хочу об этом думать, на самом деле. Давай просто... Смотри. Посмотрим. О, кровать. Окей, давай дальше пойдем. Что тут? Давай. Ой, не-не-не, нафиг там балкон. Не, чувак, давай найдем. Чур, кровать моя. Ну ладно, погоди, ладно, пойдем. Надо сначала смотреть все. Смотри, там как-то темно. Погоди, дай фонарик включу. Давай. Так, ну давай включись. О. О, смотри. О. Тут какие-то кровати из сена или что это? Ну, я помню, когда я к бабушке на каникулы ездил, там было то же самое.
Чувак, ну не смешно же. Какая-то хрень творится. Так. Что в этих шкафчиках, не знаешь? Я на самом деле не очень люблю лазить по шкафам, но, блин, у нас нет выбора. Да ладно, может там вино, я посмотрю. Вино, вино. Какое вино? Так, тут у нас все пусто. А тут у нас, блин, а все пусто. Короче, все пусто. Твою мать. Ты слышал? Да, что это? Может, это самолет какой-нибудь прилетел? Может, это сквозняк? Ладно, насрать, пошли. Ну, ладно. Так, давай. Давай пошли и найдем какие-нибудь другие дома. Может быть, там как раз таки есть люди. Потому что... Смотри, я эту дверь не открывал. О, а это смотри, балкон? Уже больше потемнело. Ну да. Ну, пошли тогда дальше. Дверь закрой, мало ли вернемся. Давай, 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 пойдем. Черт. Да, погоди, выключи фонарик. Конечно. Давай, проверим. Смотри, на улице, там конечно. Какой-то дом еще. Давай вот тот проверим. А че-то он какой-то маленький, на самом деле, ты уверен? Ну да, какой-то маленький, но. О, смотри! Смотри, что тут есть. Звонок. Какой... Так, ну... И смотри, опять поцарапанная дверь. Может, давай тут позвоним? Походу... Ой... Что-то вот. Слишком громко. Давай как-то потише, чтобы нас не увидели. Ну, мы не похожи на воров. Ну, знаешь, как-то неохота связываться с людьми, которые здесь живут, учитывая, что здесь вот такие вот двери. Не, ну смотри, тут какие-то царапины, тут... Четыре когти каких-то. Может, медведи тут живут? И... Ой, давай вот без этих... Стой, ну, потому что... Как ты объяснишь то, что внутри того дома стояла точно такая же дверь, с такими же когтями? Ладно, засрать, пошли. Может быть, тут тоже открыто? Может быть, может быть. Давай. Вперед, вперед, вперед. Ты чё такой могу, веселый? Я на самом деле, пока ты не видел, выпил бутылочку вина. Да. Тут какие-то двери странные, ну-ка смотри. Оу. Тут две двери и просто это выход на веранду. Странно. Стой, подожди. Смотри, смотри, смотри. Вот же здесь есть ход. Смотри, вот, смотри. Смотри. Тут окно тоже занавешено. Ну-ка, пошли нет, дальше. Нет, я... Смотри, стой, вот же комната. Я вижу. Смотри, прочитай, что здесь написано. Я пока что изучу. Отойди. Ну-ка, давай. Ой, говорила мне мама, учись. Ну, ладно. А если ты это читаешь, то лучше вали отсюда. Тут какая-то херня творится. Особенно ночью. Не советовал бы по ночам тут гулять. Жестко тут. Вали отсюда. Ты что-нибудь понял? Ну, то, что нам говорят, вали отсюда, прям в любой книге, это что-то как-то... Ну, не очень. Ну, да. Недоброжелательно. Кстати, смотри, тут есть печка, если при надобности можем ее разжечь. А у нас нету дров и тому подобное. В принципе, можно поискать. Смотри, что здесь лежит? О, стоп. Почему тут везде занавески? Глянь пока что шкафчик, я посмотрю еще что-нибудь. Давай. Че там? Знаешь что? Древесина! Чего? Есть чем разжечь. В ящике? Древесина. Да. Прикинь. Зачем? Ой. Вот. Зачем хранить древесину в ящике? Давай пока вот я вот сюда положу. Вот. А, ладно, опа. Давай положи пока. Пофиг, пошли, пошли. Нам нужно найти людей. Ну, пойдем, пусть пока лежит там она. Окей. Чувак, это как-то очень странно. Ну не может быть такого, что вот поселок и людей нет. Вот давай вот этот дом проверим. Давай. Он быть... на самом деле побольше. А... Или ты про левый. Нет, давай сюда, вот это побольше. Ну давай побольше, какая... Смотри, тут тоже окна занавешены. Это что-то какая-то хрень. Знаешь, я уже как бы хочу побыстрее лечь давай, и просто спать. Твою налево. Да хватит звонить. Джейкоб! Хватит! Открой! Дверь сама открылась. Твою мать. Это нормально вообще? Чувак, давай пошли. Что-то мне не очень хочется. Давай ты первый.
Блин, смотри. Смотри, закрой. Твою мать. Нет, давай обратно. Смотри, видишь? Стой, смотри. Что? Там стоит кресло, как в ужастиках. Какое кресло? Такое кресло-качалка, видишь? Не-не-не, я обратно. Пойдем. Не, чувак, давай проверим другой дом. Может быть, вот хотя бы, туда, хотя бы здесь есть люди. Ой, ну зачем же я вообще с тобой пошел? Спал бы где-нибудь на вокзале и все. Черт, ладно, давай заходим. Да не может же быть такого. Че, тут никого, что ли? Да будь такого. Ладно. Можно. О, я не удивлюсь, если эта дверь тоже открыта. Ну, конечно. Да. Смотри, тут... Заходи, тут вроде нормально. Закрывай дверь. Но... Холодно. Смотри, тут есть свечка. У тебя есть зажигалка какая-нибудь или типа того? Нету. Хотя, сейчас, подожди, поищу. А, окей. А, да, нашел, смотри. Ну-ка. Опа! А, отлично, хотя бы свет есть. Смотри, ну, да, тут кто-то оставил цилиндр и какое-то пальто. Мне кажется, или такой был у Пушкина, что ли? Ну ладно, это не важно. Открывай дверь давай. Ну давай. Ух, эти звуки старой двери меня так пугают. О, так, чувак, смотри. Тут стоит телевизор, диван. Угу. Снова свечка, зажги, пожалуйста. Давай. И книга. Окей. Да будет свет, сказал электрик. Ну ладно. Смотри, тут книга. Прочитай, что здесь написано. Так. Слушай, я уже скоро стану твоим личным каким-то, не знаю, да читай чтецом. Давай. Ай, ладно. Можно я не буду читать? Что там написано? Ну, короче, хуй. Классно. Нет, я серьезно, там написано хуй. Нет, ты посмотри, там написано хуй. Ну-ка, отойди. Смотри. А, окей. Хорошо. Видимо, тут очень доброжелательные люди раз оставили. Вот. Еще тетрадка, давай. Ну почитаем, давай почитай. Так. Присяду, чтобы не тянуться. Ну, ничего тут интересного нету. Окей. Че у них все эти какие-то тетрадки? Почему нельзя просто записку написать? Нет какой-то тетрадки. Да ты посмотри, какие у них тут телевизоры были. Ты уверен, что у них должно быть какие-нибудь... Такие телевизоры были где-то лет 50 назад. Ну да, скорее всего. Ну, ты посмотри, это магнитофон какого года. Вообще, какой-то, я не знаю, ретро. Ты понимаешь, и в чем прикол? Они пишут все перьями. Может, это вообще старые деревья? Понимаешь? Слушай, может, это звучит бредово, но... Может быть, мы какой-то вернулись в старую эпоху? Ты точно не пил вина? Ну нет, это просто предположение. Знаешь, даже несмотря на то, что я выпил, я не несу такую хинею, как ты. Заткнись. Ну ладно, давай тогда пока что оставим дом прогреваться. Мало ли, вернемся сюда и посмотрим остальной. Там остался еще один дом. Ты уверен? Ну, посмотри, ну, Джейкоб, ну... Ну, нам здесь надо убедиться, кровать, что мы здесь, здесь. Давай. Фу. Чувак, становится темнее. Угу. Погодка, конечно, не самый сок, но ладно. Ой, я уже представляю, как лягу в теплую кровать. Ой, какая погода хорошая. Ты так и будешь ходить и звонить, как почтальон? Может быть, ты все-таки откроешь эту дверь? Чувак, смотри. Как бы... Ты вообще какой-то заброшенный дом. Знаешь, может... Может, ну нахрен его, а? Да, я согласен, пойдем. Стой, не, погоди. Пока. Стой! Ладно, пойдем. Ты хочешь пойти туда? Ну, не особо, знаешь, как бы... Ладно, пойдем. Давай. Тут темно, думаю, надо включить фонарик, не?
Ну, знаешь, если у тебя он есть, то... Это будь есть. Добр включить фонарь, и так тут темно, блин. Смотри. Спасибо. Давай изучим сначала первый этаж, может быть, тут что-то есть. О! Что тут? Тут куча сундуков старых, посмотри, что в них. Такие сундуки были у моей прабабушки, наверное. Ну, как ты думаешь, конечно же, он пустой. Ну, естественно. Смотри, ну, да. Тут стоит какой-то верстак. Но нам же он не нужен, правильно? Нет, не нужен, пошли. Ну да, пойдем. Смотри, тут какая-то еще дверь. О, сундучок. Это мы... Ты любишь кушать кости? Здесь есть какие-то обгоуданные, то ли они человеческие, то ли... Чё? Вот, смотри, вот. Вот. Положи обратно, пожалуйста. Ну ладно. Нет, я возьму с собой. У меня пес есть, я его буду кормить. Давай я открою опять сундучок. Я люблю сундуки. Ну, пустой. Чувак, тут все в паутине. Фу! Что? Господи. Ой, в этом ящике какое-то гнилое мясо. Ой, фу, закрой дверь. Фу. Воняет, и там еще черви в этом. Че, пошли отсюда. Что там делает мясо? Нахрен. А, может это... Может это холодильник какой-нибудь, а? Фу, знаешь, такой запах. У меня до сих... Я... Нормально, все хорошо. Такое ощущение, что хочется вырвать. Ой, нормально. Я в порядке. Сухи. Давай. Заткнись. Тихо-тихо. Ты слышишь историю? Твою мать, пожалуйста. Пошли вниз! Твою мать! Беги, беги, беги! Нахрен! Подожди! Закрывай быстро! Валим, валим, валим! Ну, нахрен! Я говорил тебе, что нужно идти спать в каком-нибудь нормальном доме. Быстро, быстро, быстро. Гаси свет. Чувак. Погаси свет. Быстро. Чё за хрень? Пошли сюда. Нет, я, конечно, люблю приключения на свою задницу, но такие точно нет. Гаси свет. Как-то все сразу темно стало, ты где? Я тут. Погоди, дай я фонарик включу. Давай, если у тебя он еще нормальный. Так, слушай, ну... Что за хрень там была? Ты слышал какой-то ш... Когда, знаешь, типа, когда пес скребется как-то вот так вот по полу. Ну, да, Твой чоп. Да. Помнишь, да, когда да. он скребется? Такой же звук какой-то. Да, фу. Блин, что за хрень? Чувак, я думал, мне уже кажется... А оказывается, ты тоже это слышал? Блин, нет. Чего там делает запах такой, знаешь, трупятина какой-то? Когда да, вот я и говорю. Да, да. Ничего, давай не надо. Ну... Сейчас нужна трезвость ума, чувак. Я не знаю, что за хрень. А, ладно, ладно. Что делать будем? Не знаю даже. Блин. Может, поспим? Твою налево так. Фу, мама, господи. Может. Чувак. Заткнись. Может, это хозяин пришел? Знаешь, мне кажется, он бы не стал стучаться. Твою налево. Так. У меня есть одна идея. Какая? Затаимся, будем сидеть тихо. Да ну. Нет, давай. Чувак. Нахрена он ходит вокруг дома и стучит? Я не знаю. Твою налево. Так. Не... Так. Надеюсь.
Я да заткнись, я ты уже. Чувак, что за хрень? Твою мать, что за хрень? Ну, чувак, блин, может, выйдем, скажем, типа, нахрена ты стучишь? Нет, давай посидим, а. Прочитай, что здесь написано. Твою, да, чё, ты что-то говорил? Нет, чувак, это мой голос был. Да, да, хорошая шутка. Я, конечно, пью, но... Ты чё ты такой весёлый? Ты видел, у меня рот был закрыт. Чё? Ладно, хорошо, я кляну. Это вообще нормально? Чё происходит вообще? Ты можешь потише говорить, придурок. Ладно. Почему я слышу наши голоса? Я тоже. Чувак, ты не перебил, я тоже слышу это. Да. Твоя налево. Так, чувак, тихо. Что ты слышишь? Что ты хочешь мне это не... Что ты хочешь быть по крыше? Мне страшно. Что с чем? Твою налево. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господь, че наш сущий на небесах, да сутится имя, да здравствует. Заткнись ты. Тупой дуб. Отче наш сущий на небесах, да сотворится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущий, дай нам на сиде, прости нам долги наши, как и мы прощаем должное. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Имя Твое, царство и сила по славе и веки. Аминь. Бисмилля рахман рахим алихамду лилля. Мне легче. Фу. Позволь людям называть Бога Отцом. Может, только сам Бог подаровал это право людям и сделал их всеми Божьими. Боже, заткнулся.